В Армении в эти дни отмечают Аманор, Новый год по солнечному календарю. Праздник привлек сотни туристов со всего мира. И не случайно, ведь главное торжество проходит на протяжении 2000 лет в одном и том же месте – у подножия старинного храма Гарни. На празднике побывала Лаура Жусубекова. Традиции древности – прославлять природу, пробудившуюся после зимнего сна, славить земледельческий труд – чтят и современные армяне. В день весеннего равноденствия здесь отмечают Аманор – Новый год по солнечному календарю. В давних времен наш родоначальник Хайк, он оставил нам солнечный календарь. Этот календарь по структуре одинаковый, как у персов, как у таджиков и как у многих восточных народов. Разжигание огня. С этого ритуала начинается торжество возле языческого храма Гарни, датируемого первым веком. Местность в 20 километрах от армянской столицы всегда привлекает огромное количество туристов со всего мира. Особенный колорит празднику придают народные танцы и игры. Принято дарить подарки, говорить друг другу добрые пожелания, и они обязательно сбудутся, говорят празднующие, ведь энергия солнца в этот день особенно сильная. Столы должны ломиться от яств и лакомств. Еще важно, чтобы в дом непременно заглянули гости. Если следовать этим советам, говорят солнцепоклонники, ближайший год принесет богатство, изобилие и благополучие. Еще один народный рецепт для счастья – загадать желание и завязать разноцветный лоскут на ветке молодого абрикосового дерева. Лаура Жусубекова, Аванеса Копян, 24 КИЗ, Армения.